Приветствую вас на канале Техревизор. Измельчитель пищевых отходов поможет гигиенично избавиться от остатков продуктов во время готовки, утилизировать недоеденную пищу с тарелок, шкурки от овощей и фруктов. Диспоузер измельчает все пищевые отходы до мельчайших фракций, которые смываются водой в канализацию. Я изучил предложения на рынке по этой товарной группе, отзывы реальных владельцев и выбрал лучшие модели по характеристикам и возможностям. В мой топ вошли модели стоимостью от 8 до 45 тысяч рублей с различным оснащением. Актуальные цены можете посмотреть в описании под роликом или в закрепленном комментарии. Прежде чем перейти к просмотру, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Так вы не пропустите выход новых роликов. Ну а теперь приступим. Начну с бюджетных измельчителей отходов. Открывает топ Board Master Eco. Это самая компактная и легкая модель в линейке измельчителей производителя. Она обладает невысокой мощностью, пол лошадиной силы. Это самый низкий показатель в рейтинге. Но благодаря высокой скорости вращения, 2600 оборотов в минуту без нагрузки, диспоузер без проблем справляется с любыми пищевыми отходами, включая косточки от рыбы и фруктов. Исключение составляют только крупные кости и волокнистые продукты. При этом у измельчителя достаточно вместительная рабочая камера объемом 1 литр, в ней производится измельчение в два этапа. За минуту диспоузер измельчает до 3,2 кг. Это хороший показатель производительности для бюджетного измельчителя. Включение происходит с помощью пневмокнопки, которая идет в комплекте вместе со всем, что необходимо для монтажа. Сливная труба, фильтрующая сетка, монтажный узел. Измельчитель можно подключать и к посудомоечной машине. По своим характеристикам, эта модель лучше подойдет для небольшой семьи – 2-3 человека. Для семьи побольше нужно выбирать более мощную модель. Например, Midea MD1C56. Следующий измельчитель – Midea MD1C56. Это еще одна недорогая модель в рейтинге, но большей мощности – 75 сотых лошадиных силы. При этом электродвигатель обладает большим крутящим моментом, скорость вращения без нагрузки составляет 4400 оборотов в минуту, 2700 оборотов в минуту под нагрузкой. Еще одна особенность, не свойственная недорогим диспоузерам, трехступенчатая система измельчения пищевых отходов. Благодаря этому очистки и косточки перетираются до размера 3 мм в диаметре, затем сливаются в канализацию. Объем рабочей камеры у модели почти такой же – 1,1 литра. Но стоит учесть, что пневматическая кнопка не идет в комплекте. Ее потребуется докупить отдельно. Измельчитель оборудован устройством для предотвращения от заклинивания, что защищает двигатель от перегрузок. Для возобновления работы есть ручной перезапуск – ресет. Более дорогие модели, как правило, оснащены автоматической защитой от перегрузок. Ну а теперь перейдем к среднеценовому сегменту. Третье место занимает Omoke Renagar 500. Измельчитель оснащен мощным двигателем 1,2 лошадиных сил, который обеспечивает высокую скорость вращения – 2800 оборотов в минуту. Благодаря этому модель предназначена для утилизации любых пищевых отходов, включая скорлупу ореха, куриные, рыбные и небольшие свиные и говяжьи кости. Но из-за небольшого объема рабочей камеры, пол-литра, некоторые отходы, например, шкурки от арбуза, рекомендуется разрезать на части. В камере установлены дробильное кольцо и дробильные кулачки из прочной нержавеющей стали, которые перемалывают продукты за несколько секунд. Диспоузер оснащен автоматической защитой от перегрузки. При чрезмерной нагрузке двигатель отключается, а после избавления от засора запускается снова. В его комплектации есть все необходимое для монтажа, включая пневматическую кнопку. Из особенностей комплектации хочу отметить крышку-толкатель. С ее помощью можно безопасно протолкнуть внутрь рабочей камеры какие-то продукты. Измельчитель изготовлен в звукоизолированном корпусе, чтобы снизить уровень шума во время работы. Отличный измельчитель, не шумный, мощности хватает на весь органический мусор. На второй строчке Stower D750. Это флагманская модель производителя, оснащенная мощным двигателем, одна лошадиная сила, предназначенная для перемалывания различных пищевых отходов, остатков еды, овощной кожуры и мелких рыбных костей.
Для этого она обладает достаточно высокой скоростью вращения – 1680 оборотов в минуту. И при этом, благодаря отличной звукоизоляции, измельчитель работает с минимальным уровнем шума – 49 дБ. Хочется отметить весьма компактные размеры измельчителя, хотя он оснащен очень вместительной рабочей камерой – 1,45 литра – и способен переработать большой объем отходов за короткий промежуток времени. Как и все модели, он рассчитан на подключение к стандартному диаметру сливного отверстия 90 мм. И при этом оснащен простой системой фиксации, которая позволяет установку на любых типах раковин. Из-за особенностей исполнения измельчитель можно подключать к раковинам с одним-тремя переливами. Отдельно хочется отметить наличие дополнительных патрубков, к которым можно подключить другие устройства – посудомоечную, стиральную машину. Выходы снабжены заглушками, которые защищают от проникновения неприятного запаха, если другие устройства не подключаются. Комплектация модели достаточная для возможности самостоятельного подключения. Лучшим среднебюджетным диспоузером стал Bord Titan Max Power. Этот измельчитель оснащен рабочей камерой объемом 1,4 литра. Она выполнена из нержавеющей стали. Двигатель мощностью 1 лошадиная сила обеспечивает высокую скорость вращения – 3500 оборотов в минуту, 4100 оборотов в минуту на холостом ходу. Это самый высокий показатель в рейтинге. Это позволяет диспоузеру справляться с любыми видами пищевых отходов – косточками фруктов, куриными и рыбными костями. И при этом он обладает удивительно высокой производительностью – до 5,2 кг в минуту. Такое оснащение и рабочие показатели позволяют рекомендовать модель для семьи из 6 человек. Диспоузер оснащен защитой от перегрева и перегрузки. Кроме этого, у измельчителя есть функция автоматического отключения. Оно срабатывает через 3 минуты работы без нагрузки. Комплектация – пневматическая кнопка для включения, проталкиватель, сливная труба, фильтрующая сетка и все необходимые для монтажа элементы. Ну и в конце рассмотрим пару премиальных диспоузеров. Начну с статус премиум 400. Эта модель выделяется типом двигателя, в отличие от двигателей с постоянными магнитами, которыми оснащены предыдущие модели. У этого измельчителя бесщеточный двигатель постоянного тока, BLDC. Такое оснащение уменьшает вес диспоузера и повышает крутящий момент. Двигатель мощностью 1 лошадиная сила обеспечивает скорость вращения 2200 оборотов в минуту. За счет разнонаправленного вращения износ измельчающих элементов происходит равномерно. Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали и обладает большой вместительностью – 1,2 литра. В ней происходит дробление отходов до диаметра в 2 мм за счет трехступенчатой системы измельчения. Отдельно хочется отметить, что двигатель самостоятельно регулирует скорость вращения с учетом нагрузки. Это обеспечивает более экономное энергопотребление. А при отсутствии нагрузок в течение 8 минут диспоузер автоматически отключается. Также стоит выделить большое количество защитных опций этой модели. Защита от перегрузок, от перегрева и защита от заклинивания, а также автореверс. Лучшим измельчителем в 2023 году стал Bone Crusher BC910. Этот измельчитель оснащен более привычным магнитным двигателем мощностью 75 сотых лошадиных сил, который обеспечивает высокую скорость вращения – 2800 оборотов в минуту, 4000 оборотов в минуту на холостом ходу. Рабочая камера объемом 900 мл выполнена из поликарбоната. А все детали – дробильное кольцо, диск, кулачки – из нержавеющей стали. Благодаря уникальному строению рабочей камеры, даже мельчайшие частицы пищевых отходов не остаются на стенках и полностью смываются в канализацию. Камера имеет антибактериальное покрытие BioShield, поэтому вероятность развития бактерий и появления неприятных запахов исключена. Еще одна особенность модели – технология Torque Master. Это лазерная балансировка всех подвижных частей прибора, поэтому исключена вибрация при самых сильных оборотах, из-за чего измельчитель можно устанавливать на любой тип моек. Диспоузер оснащен автоматической защитой от перегрева и перегрузок. Хочется отметить и технологию SilvaGuard. Это магнитный улавливатель, который предотвращает попадание металлических предметов в камеру. Такой деталью не оснащен ни один диспоузер в рейтинге. На этом мой топ подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх.
А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала TechRevisor.